Всем привет, меня зовут Арина, и сегодня в этом видео я буду 5 минут сидеть и парить. Не знаю, почему все так просили такой ролик. В общем, сегодня, как и до этого, я буду парить на драге мини, который подходит к моей одежде сегодня, с дрипкой Апокалипсис. И парить сегодня я буду одну очень интересную жижку. Я ее купила совсем недавно, после того, как решила, что мне нужно отказаться от жидкости на сливом никотине. Кто не смотрел видео про это, вот здесь вот будет подсказка, обязательно перейдите и посмотрите. Также на моем канале есть плейлист про вейп, где собраны все ролики этой тематики. Короче, что вот это вот за жижка? Очень хочу вам про это рассказать. Я не знаю, что за фирма. Типа тут написано Secret Element. В общем, это линейка жидкостей с вкусами, где неизвестен один из элементов. Это вот, мне кажется, самая крутая жидкость из этой линейки, потому что тут неизвестны все элементы. Я, честно говоря, не знаю, можно ли где-то в интернете найти с чем, ну, типа, с каким она вкусом. Почему-то мне кажется, что она с грушей. Я вот парю, и я прям чувствую грушу. Сегодня хочу пару слов сказать о том, что я планирую делать с вейпингом. В скором времени я планирую выпустить большое количество видео про вейп, и думаю, вам это будет интересно. Также, кстати, мне в комментариях часто, в Инстаграме пишут, типа, вот, ты там такая плохая, ты склоняешь маленьких детей, школьников к парению, к курению, к алкоголю. Типа, именно из-за тебя там приравняли электронные сигареты к обычным. Именно из-за тебя там все сейчас школьники парят. Именно ты в этом виновата, вот именно ты одна единственная. И чё вы на меня наезжаете-то? Я никого... никогда ни к чему не призываю, тем более к парению, к курению, ко всему этому. Я это не пропагандирую, я снимаю о том, что мне интересно. Мне интересна тема вейпа, я снимаю про это. Я вижу, что это заходит и что вам это нравится, поэтому я про это и снимаю. И, кстати, если вдруг кто не заметил, то на моем канале уже сейчас, наверное, есть 10 тысяч подписчиков. Сейчас я это снимаю, у меня 9800, 9900. Хочу вам сказать огромное спасибо за эту цифру, которую мы набрали очень быстро. В том плане, что до этого я снимала 3 года, и за 3 года я набрала около 200-300 подписчиков. А тут просто за месяц практически плюс 10 тысяч подписчиков. Спасибо вам огромное, я вас всех очень сильно люблю. Буду еще больше записывать ролики про вейп, поэтому подписывайтесь. Я решила, что, наверное, я буду стримить на ютубе, потому что очень много зрителей, если так можно сказать, как я вижу, хотят со мной пообщаться. Вконтакте я не отвечаю на сообщения, потому что их очень много. Я стараюсь отвечать на сообщения в Инстаграме, если мне пишут четко и по факту. И не просто какие-то вопросы по типу «посоветуй там какой-нибудь пот», «посоветуй там это», «посоветуй какую-нибудь жижку». Ребят, вот эта вот вся как бы культура, вейпинг, это настолько все большое, если так можно сказать. Короче, существует огромное количество девайсов, существует огромное количество жидкостей, и я не могу посоветовать что-то конкретное. Вы просто вот приходите в вейп-шоп, вам нужна, допустим, жидкость, где 3 миллиграмма никотина. Вы приходите, говорите, где у вас тут тройки, вам показывают, вы смотрите на этикетки, что там нарисовано, спрашиваете, с каким это вкусом, смотрите на цену и выбираете, собственно. 90% случаев в вейп-шопе дают хотя бы понюхать жижку, и вы можете понять, как бы вкусно или нет хотя бы. Ладно, жижка, но у меня спрашивают, какой пот я могу посоветовать. К слову, я никогда на постоянке не парила на подах. У меня никогда в жизни не было пода. Я пробовала парить HQD, Joule, Smoke Nova 2, еще какие-то поды, но, типа, просто брала у кого-то попробовать. У меня самой никогда не было пода. С чего вы вдруг задаете мне такие вопросы, я не знаю. В общем, пишите внизу в комментариях, нравится ли вам видео такого формата, где я просто сажусь и говорю о каких-то новостях, не новостях, но просто о чем-то рассказываю очень коротко и просто сижу парю. Блин, у меня уже какие-то другие животные на заднем фоне пошли, а не коровы, но ладно, пусть будут свиньи, хорошо. Пишите внизу в комментариях, снимать ли мне еще ролики, там, допустим, раз в месяц, раз в 2 недели такого формата, где я просто 5 минут сижу парю, о чем-то разговариваю, и вы тоже можете параллельно со мной парить. И, в общем, я надеюсь, что вам понравилось это видео, тогда поддержите его лайком и подпиской на мой канал. Всем пока!